Акиматом Жамбылской области совместно с областной прокуратурой проведена работа по изучению использования пастбищных угодий в населенных пунктах. В результате выявлена нехватка 683 тысяч гектаров пастбищных угодий. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель областного управления земельных отношений. Спикер отметил, что для системного решения проблемы начата работа по пяти направлениям. Во-первых, в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса начата работа по передаче на баланс сельских округов 225 тысяч гектаров пастбищ из категории свободных земель. В 2021 году возвращено 227,5 тысяч гектаров. Жер қорында запаста дейміз, жатқан 227 гектар жер. Ведется возврат населенным пунктам части общих пастбищных угодий, отданных в пользование. Эти и прилегающие к территории населенных пунктов в радиусе 5 километров земли, а это 199 тысяч гектаров, закрепляются за сельскими округами. В 2021 году было возвращено 13,6 тысяч гектаров. Эта работа продолжается. В-третьих, для имеющих большое поголовье скота организуется выпас на землях лесного фонда. Так, на 1 миллион гектаров лесного фонда выпасается 242,9 тысяч голов скота. В-четвертых, ведется работа по заключению меморандумов с землепользователями на беспрепятственный выпас скота на убранных полях. Заключены меморандумы с 2071 крестьянским хозяйством. Их площадь составляет 486,5 тысяч гектаров. Пятое, из неосвоенных и использующихся с нарушением требований закона 252,3 тысячи гектаров пастбищ в прошлом году возвращено в государственную собственность 106,3 тысяч гектаров, а за 8 месяцев текущего года еще 95,4 тысячи гектаров. В текущем году с целью увеличения выпасных угодий населенных пунктов будут предоставлены еще свыше 418 тысяч гектаров. На сегодняшний день всего в регионе зарегистрировано 4,3 миллиона поголовья скота. Кулеш Умурзакова, Ислам Кудербек, 77 News.